Надежда-то есть? На что? На нас? Да хоть на что-нибудь. На нас надежды нет. Но гражданское общество надежды нет. Ну, потому что я его хорошо знаю. Принимаю участие в выборах, я могу сказать, что от разных партий, левых, правых, сербов, румалинов, я могу сказать, что общество после 1861 года не особо сильно поменялось. Мы достойны того правительства и той власти, которая у нас есть. Абсолютно достойны. Она не паразитирует над нами. Мы ее дети. Она наш внук. Хорошо, есть ли надежда для ваших детей, что они будут жить в лучшем мире? Нет. Они могут только выбрать. Я, как говорится, моя задача разложить пасьянс. Дальше, как они этот пасьянс разыграют, не знаю.